Здоровье пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ухудшалось с каждым днем. Ему все труднее становилось совершать поклонение в мечети. За 3 дня до смерти ему стало настолько плохо, что он не смог прочитать ночную молитву со своей общиной и сказал: «Оповестите Абу-Бакра, чтобы стал имамом в мечети». Сподвижник Абу-Бакр, не найдя на своем месте благословенного пророка, алейхиссалату вассалям, долго лил слезы, а с ним вместе и все сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Услышав эти голоса, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросил: «В чем дело?» Благословенная дочь Фатима ответила, что его благословенные сподвижники никак не могут смириться с его скорой смертью. Это произвело впечатление на благословенного и доброго пророка, алейхиссалату вассалям, и, несмотря на болезнь, опираясь на Али, Асхаба и Аббаса, он вышел в мечеть. Абу-Бакр, увидев, что на молитву пришел пророк, алейхиссалату вассалям, хотел отступить назад, но он сделал ему знак не уходить и прочитал молитву вместе со своим благословенным сподвижником, стоя слева от благословенного Абу-Бакра. Затем дал несколько советов и успокоил их. Велел оставаться такими и после его смерти, ни на минуту не забывать Всевышнего Аллаха и бояться только Его. Это была его последняя молитва вместе со своими сподвижниками.